Дамы и господа, а рядом со мной Лола Корецова, гостья сегодняшнего мероприятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов о себе, пожалуйста. Меня зовут Лола, я модель. Больше информации обо мне вы можете найти в моей личной статье «Designers from Russia», это электронный журнал. Также я участвовала в футбольной команде, участвовала в различных конкурсах красоты, где занимала первые места. Расскажите, в каких конкурсах красоты вы принимали участие в своей жизни и какие получили титулы и звания? Мой первый конкурс красоты – это мисс «Футбольная краса». Я заняла там первое место, то есть собрала огромный букет роз. Это футбольная команда «Мегаполис», но сейчас, к сожалению, я с ними не сотрудничаю. Я занималась моделингом также. У меня было много различных интервью, показов. Я участвовала на неделе моды, Mercedes Fashion Week, Fashion Week Moscow. Ну хорошо, мне кажется, этого уже более чем достаточно. Скажи, пожалуйста, а если бы тебе в жизни довелось познакомиться со своим двойником, ты бы дружила с ним? Конечно, да, потому что мой двойник, у него такой же характер, как у меня. Я знаю свои хорошие стороны, свои плохие стороны. И я бы с ним очень хорошо ладила, потому что я понимала бы, что я могу хорошего ему дать, что мне нельзя делать. Ты так говоришь, как будто бы ты уже знакома со своим двойником, так уверенно. Где-то есть. Скажи, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Я люблю саморазвиваться, то есть саморазвитие – это самое главное. Конечно, пока что семью заводить я не хочу, я слишком молода для этого, но через лет 10 обязательно это сделаю. В общем-то, планы на ближайшее будущее – просто быть счастливой, заниматься своими любимыми делами, находить новые хобби. Вот, кстати, я умею играть на фортепиано, где-то так, 10 лет училась в профессиональной игре на фортепиано, вокалу, и очень хорошо знаю английский язык. Отлично. Скажи, пожалуйста, какого стиля в одежде ты придерживаешься в повседневной жизни? Я люблю элегантную одежду, то есть я люблю больше классику. Очень редко могу позволить себе ходить в шортах, там, футболке. Больше люблю одевать какие-либо элегантные пиджаки, платья. Конечно, я днем не одеваю слишком ярко, как вечером, но больше люблю такую простоту в одежде. Не люблю одевать короткие платья. Вот. Люблю скромность. В общем. Спасибо тебе большое за интервью. Канал ТВ Шанс. Желаю тебе успехов. И вам успехов. Хорошего вечера. Было очень приятно. Спасибо. До свидания.